Привет, друзья! Мы находимся у ФОПов сейчас. Вот они у меня за спиной. Только что пришли из офиса президента. Сегодня у нас Винницкая область. Айсен, Могилів, Винниця. Народ было довольно много. Ну, как для обычного состояния, человек, наверное, 20-30 их в общей сложности. Там сейчас большинство внутри в палатке. У них сейчас будет обед после того, как они сходили на рандеву к президенту. Но насколько они мне только что рассказали, результат приблизительно такой же, как и всегда. То есть особенно никакой, чиновники проскакивают мимо, даже не пытаясь что-то сказать. Ну, диалога, как обычно, не получилось. То есть здесь мне даже и нечего рассказать, потому что все абсолютно так же, как оно всегда и бывает. Люди там простояли, сколько они мне сказали, час или полтора часа, и толку, как говорится, никакого. То есть, ну, люди, предприниматели продолжают свою борьбу. Сейчас они частично пошли в Биллу, частично вот здесь в палаточке. Сейчас у них будет, так сказать, прием пищи. Вот, но они у нас не теряют оптимизма и надеются все-таки, что их вопрос будет решен и кассовые аппараты будут отменены.